Бери вот эту GoPro-шку, одевай себе на голову и никогда ее не выключай. Снимай все, что ты делаешь, иначе тебя посадят и ты не докажешь свою правоту. Надеюсь, ты меня услышал. Ну, сейчас. Оп, оп, оп. О, вроде бы одел. Посмотри-ка, запись идет, ну-ка на голове посмотри. Да, идет. Все, замечательно, спасибо. Спасибо большое. Так, ну а что мне дальше делать? Смотри, недалеко от правительства, которое находится сзади меня, расположен зеленый забор, который мы недавно построили для тебя. Там стоит машина, Гелендваген. Это твоя бывшая машина. Самое первое, которое подарили тебе твои ребята, когда ты был знаменитый. Садишься в нее, и она твоя. Вот тебе ключи. Спасибо, конечно. Что мне дальше делать? Мне сказали, чтобы отсюда уехать, мне нужно здесь заработать 100 миллионов. Потому что я закончил с бизнесом и поддался, ну, вот сам видишь... Тебе нужно будет взять машину, в машине есть ствол, который тебе пригодится. Дальше тебе нужно встретиться с одним человеком по имени Андрей. Это из правительства человек, это наш человек, он тебе все расскажет. И будет давать задания, которые ты будешь выполнять и получать деньги. Настало время, когда тебе придется влиться в преступную организацию по новой. Ну я понял, спасибо. Дерзай, время идет. Охренеть, все, спасибо, счастливо. Так, мне нужно найти зеленый забор какой-то, который расположен недалеко от правительства. Где здесь правительство? Я уже все забыл. Я давно здесь не был, я как ушел просто со своего поста, никогда сюда не возвращался. Настало время подниматься. Так, башня, зеленый забор, неужели не туда? Давайте по-быстрому побежим. Блин, еще когда на вокзале ехал, пальцы себе повредил. Охренеть, до сих пор кровь течет. Ёперный городовой. Ничего нормально не могут для людей сделать. Так, вот он, зеленый забор. Ну, давайте попробуем. Опа! Блин! Давай! Фу! Ой! Фу! Давно я таким спортом не занимался. Фу, главное, чтобы никого здесь не было. Да ладно! Серьезно, стоит гелик? Охренеть, тот самый мой Гелендваген, который был у меня самый первый. На нем, наверное, пробега пипец сколько. Так, в багажнике, так, откроем машину. Реально, ключи подошли, охренеть. Так, давайте попробуем взять ствол. Опа. Реально, лежит ствол. Я в шоке. И что мне с ним делать? Так, давайте мы его сейчас уберем штанины пока что. И так, мне кто-то звонит на номер, я отвечать пока что не буду, потому что мне сказали не палиться. Так, давайте попробуем охренеть. Это же реально мой старый Гелендваген, даже пробег мой старый. Так, давайте попробуем завести, ё-моё, охренеть. Так, а фары здесь работают или уже перестали работать, мне интересно. Красная подсветка, охренеть! Вот это ностальгия. Так, как говорил тот человек в синей майке, мне нужно будет доехать до правительства для того, чтобы получить задание. Так, давайте выезжать. Рулить я вроде бы еще не разучился. Так, никого нету, все, выезжаем. Правительство... Вот оно, правительство как раз. Давайте сейчас заедем. Я не знаю, где найти этого человека. Давайте припаркуемся где-нибудь на заднем дворе, как обычно. Как мы это делали раньше. Так, все. Выходим. Фух. Ну, блин, конечно, для моей одежды Гелендваген не подходит. Но все же, как говорится... Так,
Опа, ё-моё, это кто там? Можно вогвор, выговор можно? Так, ну, надеюсь, может быть, там этот человек. Давайте быстренько туда добежим. Так, мне нужен... мужики, мне нужен человек по имени Андрей. Мне нужен человек по имени Андрей. Опа, здравствуйте, мне человек по имени Андрей нужен. Вы кто? Мне нужен человек по имени Андрей. Я его старый знакомый. Еще какой-то такой же бомжик, как и я, подбежал. Угу. Это вы? Это вы? Ни хрена себе, он чиновник. Мне сказали к вам... Да, я Андрей. Обратиться. Вы поможете за деньгами. Так... Если это все серьезно и меня сейчас не посадят, ага. Что мне нужно сделать? Если меня сейчас не посадят, и это не подстава, то я буду счастлив. Я... Что вы молчите? Да что ты ко мне чуть не целуешь меня, ёперный городовой на? От тебя вонище идет, ё-моё. Я в шоке, грязный, вонючий. Ну ладно, я молчу. Теперь нужно украсть пробирку с COVID-19 в военной части. Ни хрена себе. Я сам должен украсть... Каким макаром? Что я за это получу? Мне нужны бабки крупные. Ну, как бы... Ёперный городовой. За... Получаешь 50 тысяч рублей. Я готов. Давайте пожмем ему руку, чтобы это все было честно. Так. Все, договорились. Я сообщу вам. Все. Мне дали задание, чтобы я с военной части украл пробирку с COVID-19, и за это я получу первые деньги, приехав в эту область. Будет тяжело, но перед этим нам нужно по-любому закупиться патронами, потому что я чую, там будет очень жарко. Счастливо, спасибо, счастливо, мужики, я поехал. Так, давайте быстренько сейчас понарушаем правила, как старые добрые времена, и отправим... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не занесло. Нам нужен оружейный магазин. Если моя память не ошибается, то я еду в правильном направлении. Ничего себе, гелик-то еще все так же едет, его заносит, ни хрена себе. Так, нам сюда. Фух. Ну что, будем воротить дела. Да, ну блин, GoPro-шка на голове записывает все мои действия, и меня могут еще посадить за это. Охренеть, даже ни одной единой царапинки. Пробег, правда, большеват, но это ничего. Ладно, я за оружием. Продолжение следует.